Всем привет! Настали новогодние праздники, и я закупился. Сейчас быстренько покажу все, что я купил, и какие цены я помню, озвучу. Значит, бекон испанский. Да, все быстро, нарушаем законы жанра. Бекон испанский, 225 гривен. Майонез Торчин 300 грамм, 72% европейский, 36,99. Потом сметана, первая марка, 15%, 350 грамм, 22. Дальше поехали. Ну что, теперь давайте. Осолодец, да? Осолодец очень хороший. Короче, 39,99 за 180 грамм. Марка Промо. Что там еще? Значит, сыр твердый со смаком пряжного молока. 299 за килограмм. Дальше зеленый горошек консервованный фирма Ноус 410 грамм 26,99 доступная цена. Потом давайте по сладенькому пройдемся, да? Сейчас по сладенькому пройдемся. Печиво Арлекино в шоколадной глазури 300 грамм, 65,99. Потом пиріг Наполеон по-домашньому 299 за килограмм. Вот такой он хорошенький. Пока нес немножко повредил, не надо было вниз ставить. Пиріг вишневый 239. А что я тут забыл еще сказать? Ну ладно, дальше поехали. Значит, вот этот сыр, да? 230. Что там пишет? Киевская Русь. Хороший сыр. Значит, дальше поехали. А теперь... значит, сырки всякие. Голландский, вершковый, Комо. Потом вершковый Перятин. И я еще купил Дружбу. Представляете? Торчин. Короче, хорошая скидка. Торчин, так и называется. Торчин. Запомнили, да? Хорошая скидка, возьмите. Сейчас по всем супермаркетам хорошая скидка. Я сказал 36,99. Так, что там я еще помню? А, хрен! Хрен, я вам озвучивал или нет? А вот хрен у нас... Винницкий с буряком, 250 грамм. Значит, 23,99. Давайте быстренько еще. Вот затянулся этот самый обзор. Разумный выбор. Паста томатная. Потом томаты кусочками. Аквамарин. Сардины. Ну, где-то 65. Чай кенийский. И чай травяный. Вышиванка. Состав не скажу. Тут очень хороший микс, короче. Короче. Это много раз, короче, говорю. И уже 5 минут. Апельсины. 49,99. Да, очень хорошие апельсины. Это, кстати, в новости.
Смотрел в других супермаркетах, там 55, там 58. Так что надо брать. А крекеры 18,70. Это тоже в новости брал. Ну, не знаю, есть у вас новость. Например, в Луке Кишине там вот этот самый стоит 26 гривен. Так что надо брать.